Современный фельдшерско-акушерский пункт открыли в селе Новая Буцра Хунзахского района. Построили его в рамках программы развития села. В церемонии приняли участие министр сельского хозяйства республики Батал Баталов, заместитель директора Даксельхозстрой Газимагомед Магомедов, а также руководство муниципального образования. Новый ФАП полностью соответствует всем необходимым требованиям. Теперь местные жители смогут получать медицинскую помощь, не выезжая из села.